Очищают водоемы. Во Владимире три водоема. Пруд рядом с домом номер 215 по улице Добросельской. В водоемах на улице Микрорайона и в микрорайоне Заклязьминский очистили с помощью суспензии хлореллы. Это вещество применяют для очистки вод от различного рода загрязнений, а также для предотвращения цветения в них сине-зеленых водорослей. По мнению экологов, очистка не только сделает пруды визуально привлекательнее, но и улучшит состояние их экосистем. Подобный метод очистки водоемов был предложен отечественным производителем. Организация подарила Владимиру 140 литров суспензии хлореллы. Технология полностью соответствует национальным стандартам на территории Российской Федерации и применима к природно-климатическим условиям на нашей территории.